Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но благодаря вам здесь праздничное настроение. Этот момент, хочется кому-то или нет, войдет непременно в историю нашего государства. Снова же, благодаря вам и не только. Мы вводим в эксплуатацию в первую очередь третьей линии метро, которая качественно изменит жизнь города, придаст нашему городу больше комфорта и больше динамики. Это проект долгожданный. С момента пуска и до настоящего времени метро белорусской столицы прошло большой путь, длиной в 37 лет. Экономичный, скоростной, а самое главное, что очень важно сегодня, экологически чистый. Этот вид транспорта стал самым массовым и популярным, в общем-то, народным. Ежедневно услугами нашего метрополитена пользуются более 700 тысяч пассажиров. Новая линия увеличит его, соединив через центр города южные и северные районы нашей столицы. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто проектировал и строил этот объект, за скорость исполнения, за качество работы и соответствие современным стандартам, за эстетику оформления станций и глубокий смысл, заложенный в их внешний облик. Это хочу отметить отдельно. Когда-то я требовал от метростроевцев десяток лет назад, чтобы мы под землей не создавали музеи. Это очень дорого. Мы и так платим по 80 миллионов долларов за каждый километр проходки. Если в целом взять отделку и проходку. Поэтому музеи создавать не надо, но станции должны быть функциональны и симпатичны, эстетичны, красивы. Отдельно отмечу безопасность этой линии третьей. Она оснащена защитными ограждениями из прозрачного стекла. Все сделано с заботой о пассажирах. Более 3000 человек было задействовано на строительстве первой очереди. Всем спасибо, кто строил. Вы настоящие созидатели, ибо вы трудитесь во благо людей. В этот сложный год ничего не остановило нас, ни пандемия, ни призывы к забастовкам, потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда, даже если кому-то это не хочется. Если мы хотим быть суверенными и независимыми. Сегодняшний запуск в первой очереди новой линии метро – это показатель нашей социальной и политической устойчивости. В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают. Таких, как вы, трудолюбивых, порядочных людей в нашей стране абсолютное большинство. Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо нашего Майдана в красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте, перемены – это серьезная ломка. Вопрос только в том, это будет ломка кардинальная или эволюционная, спокойная. Сегодня современные и подвижные составы пойдут по новой линии. Так и жизнь нашей Беларуси пойдет дальше, к новым целям. Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. И моя мечта, может быть, хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена, кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта. Я думаю, вы знаете об этой идее. Мною давно поручено разработать этот проект. Хочу вам напомнить историю совсем
недавнего времени. Была идея, это середина 90-х, после распада Союза, тяжело было. Была идея прекратить в Минске существование метрополитена. И в 2012 году мы потихоньку подошли к Малиновке. И тогда был серьезно поставлен вопрос, а что дальше? Две линии построили. И основные станции были построены в те тяжелейшие времена. И тогда мною было принято решение, которым я горжусь до сих пор. Я сказал, метро у нас будет, метрострой мы разрушать не будем. Я пожалел ту школу, которая в Беларуси была создана. Ведь немного городов в мире тогда занимались, сейчас занимаются и строят метро. И мне стало жалко. Я думаю, если мы прекратим строительство, не будет вот этой великой школы. А это соразмерно с космосом, только под землей. Это высший уровень строительства. Здесь инновации, здесь самые новейшие технологии, здесь все новое. И здесь строители наверху, на земле, черпают современные методы строительства. И когда я поездил тогда, походил в метро, увидел, прежде всего, красивые станции, вашу работу, тогда мной было принято решение, метро в Минске будет. И тогда было принято решение о строительстве третьей линии. А сегодня я хотел поздравить всех вас, нас, всех минчан и гостей столицы с началом работы первой очереди третьей линии Минского метрополитена. Я хочу пожелать вам новых свершений и личного благополучия. А нашему Минску, нашей столице, вашей, в которой вы будете жить, счастьем и процветанием, чтобы вы всегда могли со своими детишками, как это было и будет всегда в городе-герое Минске, гулять, отдыхать и уютно жить в этом прекрасном городе.